мы с вами знакомы уже по предыдущим роликам, где я рассказываю про получение спортивной визы. Сегодня я хочу обратить ваше внимание, что для тех, кто собирается поехать в Соединенные Штаты через Мексику или Кубу, я могу предложить вам сэкономить на авиабилетах и поездке, потому что у меня есть зарегистрированная туристическая компания, и есть договора с туроператорами, с авиаперевозчиками, и есть возможность брать недорогие и удобные авиабилеты и туры для поездки на границу с Соединенными Штатами. Хочу обратить ваше внимание на такой немаловажный момент, что для тех, согласно законодательству мексиканскому, для тех, у кого открыта виза одной из следующих стран, а именно Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Япония, Австралия, либо одной из страны Шенгена, получать мексиканскую визу не требуется, можно сразу приобретать билет и ехать на границу.